газету «Юридический вестник». Вы читаете газету «Юридический вестник»? Раз в месяц, может быть. Нужна ли эта газета? Я думаю, нужна. Я считаю, что да, не помешает, что если будут граждане узнавать. Потому что сейчас многие люди не знают свои права. Нужна, я думаю, нужна. Газета-то нужна по-любому, для информации. Да, нужна. Такая газета нужна, потому что многие люди не осведомлены, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Она уже необходима, я думаю. Если бы мне мама сказала, что там какая-то ценная информация, серьезно, у меня мнение мамы важно прям. Она меня заинтересовала.